Между тем, рост заболеваемости отмечают в северных регионах. Так, в Югре за последние сутки выявили порядка 300 новых случаев. На Ямале ежедневно коронавирусом заражается до 70 человек. В связи с этим в Ноябрьске снова развернули ковид-госпиталь. Половину из 20 коек заняли, однако реанимационных больных нет. По словам медиков, в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. Врачи рекомендуют не пренебрегать мерами предосторожности, носить маски и вовремя вакцинироваться. Новую партию спутника ВИ доставят на Ямал в ближайшее время. Сегодня мы видим прирост. Жителям рекомендовано все-таки продолжить вакцинацию. Вакцинироваться тем, кто не вакцинирован был ранее. Ревакцинироваться тем, кто получил уже вакцинацию до этого и прошло более 6 месяцев. И рекомендовано этот масочный режим. А пока Ямал получил первую партию вакцины от гриппа. Это 125 тысяч доз. Сейчас препараты распределяют по муниципалитетам. Прививочную кампанию начнут 1 сентября. В этом году планируют вакцинировать порядка 60% населения региона. В первую очередь эпидемиологи рекомендуют пройти иммунизацию медикам, учителям, социальным работникам, пенсионерам и людям, страдающим хроническими заболеваниями.